отдадут тебе, ну, блядь, пиздец, конечно. Нет, не про то, что мне его отдать нужно, я про то, что я спросил, я могу буду его ролить? Потому да что... роль, в чем проблема, все, только не это, перестаньте плакать, все. Я уже которая КД вот это вот все слушаю. Я что-то, знаете, не плачу почему-то, что вот там, значит, щиты отдают кому-то другому, 226-й, пухи, да 226-й кому-то. Тут беспредел творится вообще. Охуели. Как меня все эти... Ну, есть еще Редрик, файл есть? Там можешь ты еще его взять, Лофлот? Харстайла? Харстайла ждем, что он будет. А что за хуйня? На аукционе 50 страниц настоев ледяного змея. Они что, охуели, блин? Там все фласки так. По одной этой, по одной штучке продают. Не видел? Тут у чела 768 фласок стоит. Пытается продать. Он конченый. Просто представь себе, через сколько там, 48 часов, его почта будет завалена. Да, там пиздец. Парашей. Я пойду что трэш почистить. Сейчас я прилечу, закупился. Прилог. Ты пиздец, рофл меня тут фармят в угре, я не могу убежать. Давайте просто молим. Это Гавай. Гавай. На смене, блядь. Пиздец, хуйлик. А чё щиты, ебать? Я вообще, блядь, чит ещё за 3 месяца ни разу не переодел. А кому... Ты же не нюхал, да? А кому вы щиты давали вообще, блядь? У Владимира щит, у Рыла щит. А. Так все же нормально. У меня факин щит. Двухсатый. Скритом с хатой, ну все, заеби. Факин щит, блядь. Блядь, сука. Где ебучий артстайл? Ну не ебучий, конечно, где он? А ты в Диси напиши. А Телдрин где? Телдрин в другом статике вроде как. Да? Ну с этим, с гавайчиком бегает. А который второй ты собираешься собирать, это в какой день будет? На уход. Надо сейчас подумать или... еще. Она завтра или послезавтра собирает? Я, короче, субботу на сутках, а воскресенье там... Давайте. Я к этому ходил, запакую ДКшником этим ходил. Это прошлое, когда ходил. Мораль, ты тут? Мораль. Ой, мораль, блядь. Столовка, я бы их. Да, 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 чё? Ты сходишь же в свой статик в воскресенье? Конечно. Ну и всё. Всё, поговорили? Он тебя так и так не взял на этом ДК. Кого? Да я не тебе, я выйду, говорю, что он его бы, ну, так и так бы не взял ДК. Поедешь с ним. Саня, Тинлау, ты 221-й, ты вообще пиздец. А у него дамажит, но. Это просто 208-й, блядь. Охуеть. Бухи. А кто у нас второй танк? Я себя вижу. ДК. А. Кстати, Саня, а чё, там уже скидывают, не знаешь, эти названия? Да, мне пати не дадите. Я не знаю. Нет, не дадим. Короче, я чё думаю, блядь, чё, может мне заходить? Чё? Завис, я чё? Заходить на ретрика, может, мне надо? Или да, ну, давайте-ка. Подожди. Бля, вы чё, серьёзно? Ну, мы же только что об этом, блядь, разговаривали. Чё, каждому сейчас говорить? Ну, конечно, блядь. Ну, извини меня, как минимум ты, блядь, этим мейном, ой, блядь, не мейном, а другим твинком идёшь. Каким твинг? Ретриком. Я не иду ретриком. Ну, я со срезом как бы сегодня собирался, вот. Но с десяткой. Ну, только что говорил об этом, Лёх. Я тебе сначала лично это в другом диссе рассказал, теперь, блядь, при всех это рассказываю. Нет, лично что ты сказал? Ты сказал, как бы, как соберёт, что собралось сегодня? Всё, ну, уже собралось, по сути дела, ждём ретрика, и мы всё, мы готовы. А собралось что? Десятка уже. Одна, не две. Одна собралась. Да, одна собралась.
Арстайл, а Дискорде у нет? Че, у меня онлайн есть? Че не пишет? Охуенно, блядь. Просто охуенно. Арстайл, спит, блядь. Не, просто нахуя время свое рассчитывают, потом по пизде просто идешь. Ну, давай так, Лисочка говорит, давай, типа, она тебе слаб поступает, Саня, может... Да не, палать. Да нихуя, в пизду так, вообще, вот, блядь. Такое как отношение. Что, у Сани хапал есть что? Да при чем тут отношения, не в отношении дела? Да, прямом, просто, бля, подожди. Просто людей не хватает. Подожди, в смысле, я залетел в третий статик. Третий статик, это когда, типа, нету людей, блядь, и вот там срез его вводит. Окей, я... У меня нету людей, просто... Да, все, я с ним, ну, как бы, хожу. Ни разу не пропустил, ни разу ничего, блядь. Лёха. Мне сейчас говорят, идите нахуй. Они все в пизду. Сосите хуй. Обиделся, Лёх, понимаю, но... Я пошел нахуй. Извините. Не, ну, мы же сказали, он же не будет хотел статик. Точнее, он будет, ну, блядь. Ну, типа, он будет, как бы, не статик, а, типа, просто третий рейс. Не-не-не-не-не-не. Лёх, ты трезвый? Подожди. Да, подожди. Мне еще говорят, Лёх, перекачайся в ДЦ, потому что нету. Я говорю, все, окей, пацаны, без вопросов, как бы, блядь. Там на рейды будешь ходить, еще что-то, блядь. Ты слышал? Ты сейчас, подожди. Ну, подожди, какие дожди, блядь, успокойся. Ты слышал? Что мы говорили, что не будет третьего статика. Я тебе говорю, не слышал, я говорю, я отходил. Еще так раз говорю. Говорили, когда ты отходил? Я... Неделю целую? Стой. Я хожу со срезом, я хожу всегда с срезом, ни разу ничего не пропуская, нихуя не делал. Мне сейчас Саня говорит, блядь, все, давай отдыхай. Почему, блядь? Потому что тебя некуда засунуть. Да будет десятка, еще одна, я тоже иду твинком, блядь. Я пойду, да нахуя, почему я свое время, блядь, личное освобождаю, блядь, и иду с человеком, блядь, с которым я уже ходил. И потом меня уже засунут куда-то. Может, все, Лёх, там, короче, будет Этернал, и будут собирать... Дальневосточников, пойдешь с ними играть. Вообще не охуенно, блядь, пацаны. Спасибо. Давай, я тебя выгоняю с Дискорда. Давай. Да я сам выйду. Давай, быстрее. Какой тяжелый, Лёх, ужас. Че, я блядь, ну реально, блядь. Нажму. Давай, пошел нахуй отсюда. Лёх, ну я тоже хотел со срезом сходить, меня пожили, я сижу молчу. Да не, ну а че, пацаны, ну стой. Ну я не прав, что ли? Да так, прав ты все, ну типа, ну успокойся сейчас, ничего страшного, третий статик это будет еще, Леш, просто ну сейчас не получается вот так и все, сорян. Пацаны, знаете, что меня просто разрывает? Я ему зашел в другом дискорде, мы сидели троем, я рыла его, я ему по полочкам все разложил, мне кажется, он бухой или он, ну, он провоцировать бухой. Пытается, хуйню какую-то несет, я ему реально прям... разжевал всю хуйню, почему его, скорее всего, не будет, и то, что он, скорее всего, сегодня не придет, он заходит и при всех эту хуйню исполняет. Вот он сейчас сидит, это все слушает, поэтому я его просто кикаю. Публику поиграл, но... Не, да, конечно. Это как бы такая хуйня, на самом деле. Я вам не пизжу. Зайдет потом рыло у него, спросите. Не, ну его тоже можно понять, кстати. Можно. Ну смотри, вот я знаешь, в таких случаях что говорю? Знаешь, что я в таких случаях говорю? Вот таким людям, кто думает, ну почему типа не собралось? Бери, блядь, собирай сам. В чем проблема, блядь? Или что ты, блядь? Ну, просто не, ну, есть люди, которые не понимают, как организуются рейды. И все, они не понимают, им лишь бы, вот, да я хожу, да я хочу идти, да мне надо сейчас, блядь. Идем. А когда доходит дело до того, что собирай сам, нахуй, они обсираются, блядь. Потому что организовывать рейды, это не, ну, не так просто, это не тяп-ляп. А чё, типа, ну пусть он идёт в ДЦ, а я пойду хантом. Чё, это как не работает? Да он в ДЦ играть сегодня только вообще... Да, вообще пускай, он не умеет. Блядь, пиздец. Короче, простой. Прокажи чё? Проще нахуй, с Лёхой будет всё сложно, вот и всё. Да ничего подобного, он адекватный человек, хорошо играет. Чё вы предстали? Может, он косячит по мелочам, но это не значит, что он... Они отыгрывают механики и так далее. Если ему объяснить, он вполне себе все делает. Ну, не перебарщивайте. Это не Женек, который, блядь, даже ДБМ не может скачать ебучий. Женек! Может, лагает у пацана, шо? У кого лагает? У Женька. Ну и чё, теперь ДБМ нельзя скачать? Самый, сука, менее лагающий аддон на свете? Я тоже без ДБМа сижу.
Ну, и, ну, знаешь, на тебя нету таких претензий, чтобы вот на каждом пуле Женек там затупился выносом, запорол рейд и так далее. Сань, у тебя есть нормальный ДБМ? С X3 у меня этот, блядь. Да, в Дискорде лежит. Шляпошный, но. Ну, который нормально на X3 работал. В Дискорде лежит. В этом, есть Диас, недавно скачался, который с Сиру, собственно. В моем, в котором есть Малегас. Что, блядь? А какой из них качать? Наденька, которая скинула, или Слепкот? Попробуй оба. Пацаны, а вы можете в статик зайти там куда-нибудь? Ну, там сидеть, типа, ну, вот в гостинке тут ПВП, вся хуйня, клики, нахуй, ругань. Пожалуйста. Ну ладно. Все, понял. О, все, Тём, нас это самое, блядь. Почему нас кидают против, скажи? Что за хуйня? Перенес. А чё это самое? У чего у Алисы всего один токен, да? Я смотрю, она что-то не одела. У нее один токен, да. А что там, блять, будто всем такой, блять, бонус охуенно, что, блять, его нельзя. Корды еще покикать левых челов, которые у нас вообще в Диси, блять, откуда-то нахуй взялись, блять. Сделать закрытый банный ссылку. Потому что я смотрю, было тут чел. Кстати, у Холика, кстати, 2 Т8 охуенная суть. Или нет? Кого мы ждем сейчас вообще, не понимаю. Блять, вы где? А, Войда? Пойду корну. А, не, Войда ДК. Да у нас где Арстайл, блядь? Ну типа Арстайл ждем? Ну да. Это, он, ребята, дойдет? Я там, возможно, буду где-то слакать, потому что я не знаю тех боссов. А, сейчас научим все расставить. Можешь так и докликнуть. Не, я потом еще скажете, я в ДБМ буду заходить, скажите, какие там основные билды, чтобы я включил, а остальное, чтобы выключил. Да там доставь как есть. Да-да, ну там все будет пищать, кирилливать, это меня пиздец. У меня ротация. Ты только ДПС, давай. А я как? Я 208, я самый хуёвый здесь, так что, пожалуйста, не надо. Это, а чё, типа, ну, а спикнуть Алисочку в ретрика Арчи в хила, что это, ну, не вариант? И добрать еще одного кого-нибудь. Просто мы время тратим. Первый вариант тупо ретрик нам нужен. Второй вариант Арчи Хила, Алисочка ретрик. Первый вариант вы берете ретрика, второй вариант вы идете хипалер шам, и Саня заходит обратно на фента. И покупаете свиток на стороне. А свиток все-таки есть. Ну типа, а, и мы Торима, да, ни хэма не пробуем. Ну мы его и так бы не убили. Мы не будем их пробовать. Мы можем просто попробовать комнату походить, чтобы не получить. Давай тогда Санька там на фонта. А кого добирать? Вы говорите. А, Арчи. Я уже запутался, пиздец. Да мы сами нихуя не понимаем, блядь. Доберите тогда 5% крита там, фурик, если есть, либо это. Фурик, либо кот, короче, поспай. А, нечаянно в сове, все у вас есть. Да, нечаянно в сове, да-да. На хандап? Да, на хандап. Либо можете шипешника взять, если есть вот этот чел, который был, пускай на шипе идет. Все. Ну вон в литературе возьмите, в чем это? В чем проблема? Нормально дамажит, в принципе, на шипе. Сейчас напишу. Все, выходите с инста, там маг сделает, я пошел покурить. Че говоришь? Говорю, пусть инста все выходят, мы там все почистили, хп сделаешь, я пойду покурю. А, ну выходите, ебать, я думаю, нихуя. Угу. Мы почистили все, блин. Просто выйдите, я пока сделаю все.
но он игнорит яку его. Ну это несерьезно, блядь. Я говорю, чё? Он, походу, не трезвый, потому что... Тогда смысл брать, если он не трезвый. Я тоже пиво пью, сразу говорю. Ты не разгоняешься просто, и все, ебать? Не гони. Боцман называется, если что, я там по капитанам буду все дела. Потом сейчас, блядь, пройдем хранителем, нахуй, и все, и пиздец. Похороны будут. Блядь. Мне бы еще магаз попозже сходил. Такой там дождь ебашит, нахуй. Я хп сделал, заходить. Сама. Сейчас просто. Зайдите просто. Интересно, кого я приход покупаю? Я же увижу. Мне кажется, это гавайский приход. Ну, если это через аукционатор, нет. Хотя, подожди, в письме, по-моему, пишется, нет? А, нет, да, продавец Гейлорд. Гейлорд. Сэнди ассист. Ну и кого вы собираетесь набирать? Фурика либо этого? Так нету никого вообще, никого не было. Ну тут, кстати, Миликрит хз, типа, только для меня и для Лау. Но он типа нормально так как-то. Короче, Ульдуар, блядь, 10. Подожди, Ульдуар, 10. Напишите Мамурову. У него 205-й, правда, код. Напишите Мамурову. 208-й шапай. Я написал, он кола. Я Витаминов спрошу, может есть кто. Да, Ферал, Фурик. Ну, можно чудо-пирожку написать. Он тут может. Тут только сферы... Он с Райзом. Чё? А, он с Райзом ходит? Типа. Может нет, может сейчас напишу. Опять время куча проебан. Тут на доборе, то, блядь, все. Чаще, блядь, у тебя бы, блядь, раз в 10 потратить было вообще шикарно. Типа, ну, вообще, Эршам и Хулиган Паладин. Да, естественно. Вообще, Эршам Хулипал, типа, вообще, ну, это охуенно сетап, типа, хилов. Подожди, так он точно начинает досидит, Антоха? Он написал 5 минут. Все, он готов. Хуя себе, прошло, как нормально. Метел пишет, код у меня 290, не поскупись. Не поскупись. Там это, присумоните. Он танчик будет или фурик пойдет? Она, блядь, он опять ренейм сделал, нахера, блядь. Все еще опасен. Ну, мы в фурике пускайте. Ну, фурики, да, он нужен. Ну, типа, может, срез побольше даст фурик. Да, может, и не дам. Я этот лайтово собирал, и если у меня аксессуары не появятся, много я давать не буду. Бля, он еще 3 дней, да нет, ебанару. Ну, у меня, типа, ни мрачный перезвон не падает, ничего такого. У меня неистовство 5 полетов. Оно, сами знаете, как бы, вроде неплохая трени, в то же время, как бы, разгона не дает. Где Антон Дорсов? Блин, литературе уже и меня успел выбесить. Ну выходите, пусть Макс хп сделает. Я сделал хп же. А, все. Там же все есть.
Кому еще там, блядь, Али... где там, подожди, Алисочка, Арчи, вы где? Все, я шел в шопку. Это так. Кто летать будет? Саня? Я в трусах. Саня пусть летает, и Саня, два Санька пусть летает. Здорово, Антох. Поставь только метку, здорово. Так, что, я вообще... Ты вообще ездил где-то? Или... Нигде не ездил. Да ездил он, блин. Вчера на РТ был, ты где ездил? Я где ездил? Ну, на этой хуйне, вот на разрушителе собирал толчеданы. Ну, синий. Ну, у тебя кто синий? Поставь на один лаву метку. Ну, кто может... Арчи, ну садись ко мне, садись ко мне. Вон, пусть срез лучше с тобой, он знает. Сейчас, подожди, я тут одену максимальный гир. Можешь посадить его типа к Максу? А, пусть собирает. Короче, да. А я с Саней посижу, я покидаю Саню. А, ну давай, давай. Меняемся местами. Арчи, садись просто ко мне. Да, я вагончик. Ну. Вагончик. Ой, там эти сагрели, дойдет. Шмаляю. Я просто стакаем его сегодня раз на закинул. Слушай, Макс, а мне ускорение прожимать, если он с вами ебаш? Если он будет близко, ну я тебе скажу, короче. Окей. Оно просто хавает, типа, ну это колчина. Че, вы там все расселись? Еще мотик с одним свободен. Я на тучинку заедешь. Заедешь, мы. А, че, я на мотике? Да. Круто. Чисто 223-й пацанчик на мотике, нормально. Ну, Арчи, по 25, то есть одна панка 25 восстанавливает, все 50. Можешь мне фокус взять? Чтобы... Сбивайте колчедан. О, наверху Арчи сбивай. И танк пуляет первым. Все готовы. Дай там Арчи. Все, кидаю только Саню, его кто-то подберет и привезет в печеньку. Звездочку в печеньку, все. Остальные просто домашние по цветам работают. Главное, мотики работают по цветам, танки, кто пассажир на пушках тоже по цветам. Давайте, пуляйте танки. Кто пассажир, плюс чат на. Иди нахуй. А, нажми ускорение. Арчи. Да, да, да. Сань, что, готов? Вот собери еще один. Вот залазь. Там стаки, блядь, не проявишь. Нормально. Не поменял, да. Так, карточки, колчедан надо, блять. Вон колчедан, видишь, впереди, впереди, впереди. Вытягиваешься? Арчи, ты собрал ему колчедан, и ракеткой поверху поставляй, еще там он появляется еще. Может, блядь, никто не, блядь, мне под ноги, мне тут все-таки, блядь. Дашь с нами анонс, когда будешь вылетать. Да еще, блядь, не скоро, что-то пиздец. Я ему уже 40% цветки, блядь, ебаные. Там второй танк, иди на косты быстрее, я поехал сюда мою. Бля, пизда, да? Я тебе собрал колчи, да. А помогите цветком, кто-нибудь, нет, блядь, грызет, блядь. Арчи, давай еще колчи нам, еще колчи нам. Колчи нам нет. Стреляйте ракетами, вот он сверху есть, смотрите, сколько его сверху, да хуя. Подъедьте, да, мы точно на меня. Подъедьте подлежи тенлау. Нажми ускорение, Арчи. А где твой мотоцикл? Меня скинуло. Я блоком. Прям под танком. Так, ты у кого сидел? У тенлау? Да. Да у меня кто-то сидит уже. Я залез к тебе, чтобы колчедан тебе подкидывал. Ну что, пусть он пока ездит. Все, меня взяли, ага. Идите ко мне. Везите его в кружок. У меня цветки под жопой, блядь. Саня, быстрее надо.
Блять, а где мой шафтик? Я Стас там проебался. Собери. Я нажал скорость. А вон колчедон, видите? Собирай, прям быстрее. Аня, позбивай его там колчедон спереди. Сейчас главное просто не прибавить стаки, все, мы поедем. Я тебя уже закидывать не буду, просто добьем. Блять, опять не сбилось, что за бред, нахуй? Я прям в нем класс нажимаю. У меня 150 тысяч, я не знаю. Сейчас сдохну, мне все-таки грызут, блять. По максимуму стакай. Работайте, просто пустите, колчедон разбейте. Я 100к, я сейчас сдохну. Мне колчедон закончился. Я бы не... Я стаки проебал. Он умер. Ну, добивайте. Да, одна, все. Че, сейчас зайдем на разрушитель. Это нам. Опять, кстати, поезд упал на холик. У нас есть и ноги, и поезд на холик. Ну, так что давай, Алис, тебе нужно всего лишь 12 сфер найти. Бат, блять, ебаный. Хуй на маунты сядешь. Пиздец, я все еще опасен с нами в ВРК или в DC? Я не знаю даже. Ну, типа, он просто все нидит. Слушайте, ребят, еще такой вопрос. А вот колчеданы, ты когда их сбиваешь, надо прям на них в цель брать и ракетами стрелять? Да. Не, просто ракетами. Тупо ракеты хуячишь двоечку, да, и он сам сбивает? Ну, попадают ракеты, и он их разбивает, все, типа. В комбат ебаный, блядь. На робота идем сразу. Я надеюсь, Антоха сидел не со мной, ебать, в разряд в большом танке. Скажет, ебать, ты хуёвый. Ты хуёвый. А чё, Антоха с нами, что ли? Да, Антоха с тобой. А, то привет, а он ник. Мне нравится это, а чё он ролить будет? Он типа всё понидел, а теперь он ролить хочет. Игра сказала, что он не выиграл. А кто чё выиграл? Я всё выиграл. Я релогаюсь, короче. Не, Антон, что надо, типа, ты это, ну, на группу лути идем, что надо, там бери. Что надо, там говори, если что, дадим тебе, что надо. Блять, тебе трэш там. Я покажу. Кто там дамажит лучше, типа, Скайварта доспекнется дамагера, ДК потом чуть пос. А что, боя с ферма как тоже все, да, на группу лути? Да, все на группу лути. Блин, а я не, ну, я отказывался, думал, блядь. Если тоже отказался, блядь. Ну, сферы можете отказываться, Санёк, извините. Ну, да. Так, а чё за хуйня? Это обновление. 30 минут. Да, нормально. Нормально, Санёк. Блядь, трэш, не стойте, давайте побыстрее. Там еще один тяжкий. Каскас, блядь, не сбил. Крипом можешь сбиваться на уничтожение. Крикам. Нормально. Это был экстрем режим, да, вот этого? Да. Типа и у него бафы всякие висели. Там цветки всякие, лучи, типа. Бля, пиздец, что тут. А, я, блядь, в этом шмоте, думаю, чё? Это косяк, кажется.
Серьезно. Блять, у меня ни одного спека нормально не одета. Все какие-то фигуры. Ты сколько КД пройди? Ну сколько? Три, наверное. Да это все и засчитает, это тот момент, когда, блядь, я тогда цепнуху дал, это все пошло косяк. Одна цепнуха. Это пиздец, вот этот перевор сколько, блядь, и что-то одна цепнуха. Давай. Вот Женек молодец, спросил, будет ли место, и это уточнил, будет ли он потом статик. Все, литературе мне за ПМ так засрал, что просто вообще пипец, хоть какой да падает. Забей. Вон, к Антохе отправим его. Пусть в этом. На это, блядь, в тюрьму кого-то, знаешь? С комбатом. У кого присоедините, у кого комбат еще висит. А давайте его пульнем босса, он прям достанем. Да, все пуляки по собой. Че, кол? Купизится, нахуй, блядь. Чпок, блядь. Ух, а у меня скорость атаки, блядь. Чик. Чик. О. Черт, меня убили раньше, чем бомба взорвала. Паляющий стёрт. Женяк, вынеси! Саня там он наебал, он кастовый это. Накастовал, получается. Блять. Что я ебаный? Там Марстал не проснулся? Блять, куда ты вообще шмотки вообще берешь, Саня, ебать? Ты только в том рейде был 219-м. Еще 221-й, ебать. Так да, это блядь. Я на этом левел, я 220-й. Я кольцовый, 25-й. У тебя, кстати, меткость не перекап? 450 меткости. Тебе просто две тринки меткости дают по сотке. Это на этом левел, вот я карту переделал и кинжал. Давайте там рыбу баф, сейчас и метки поставлю. Так, можно без метки. Жу срезать раз, сколько хуешь. Возьмите огурчики, там РДД стоят полумесяцем там, на рендже между друг другом. Милики в черепе. Белую метку выносим в крестик. Это белую метку мы начинаете выносить в крестик уже когда хэм-мод запускаем. На первой фазе, если вы на рендже стоите, можете стоять АФК. Темную там либо за спину, либо направо выносим. На второй фазе уже, когда будут под первые раскаты, друид нажмет транквил. Да, перекинь. Когда будут раскаты, цепурой, чисто цепурой наваливай. Антоха, перекинь. На второй фазе. Вот так, да. Перекинь. Бля, нет, еще меня к шаману, пожалуйста. Типа, ну, к шаману ко мне, и Алисочку туда получается. А чтобы нет, мне тотема. Есть, у меня три свитка осталось. На ХП. Один а, есть три это тоже получается. Ну да. Ты что на Уксон слетаю, купим, допустим. Угу. Пока поехал. 6 человек нельзя в пати. Ну, там 2 хила, 2. А, ну да, получается. Ну чаня, лапы ебы. Срез все равно танк плохо. Лапы нет, забей. Срез. Среза надо килам, он дает им ману 5%. Ну да, кстати. Ну да. С этой целью и перенес. Все, короче, давайте так, хватит. Ну, все, вары там разберетесь, один на ХП.
Вынеси. Да. Геру давай. Кипать разъебано просто. Мусорка. Там еще один бомбот, я убил. Арчи, отойди немножко от креста, сейчас туда будем сводить сферы, которые светлые будут. Вот так, да, где-то стой. Ой, бля, помогите, бля. А че не сфера появится, надо убить сферу. Искру. О, ну тупо похуй. Искра. Прохил, блядь. Транквил, давай. Массакра, массакра. Вон это, короче, мой косяк. А, не так попадает. А бомбот не умирает? Рисите я, пожалуйста. Искра. Смекалка, прохил сейчас. Бах, блядь. Это Алисочка, мне... Подожди, что-то. Пускай там стоит на месте. Нормально, там нужно. Сейчас давай, да, вот если не давал. Если не давал, транквил, да? И огурчики съешьте. Пизда. Че? Ебать. Похороны, блядь. Давайте вольем. Светлое не должно больше быть. Хилов нет. Это светлое место. Еще одно светлое. А хилов нет. Хилы упали. А что так? Не, подождите, я с тобой не занесу. Лисочка, светлая, раскаты. Да, раскаты прям со светлой были. Нет, там раскаты, а потом светлое кинули. Ну, один фиг это убило. Литература по КБ не любила. А так Арчи убил бомбот на 17к, блять, ему заехал. Бум от бомбота на 17к ему залетел. Город полисерс в литературе. Нет, я пишу 21900. Да он мне в ПМ засрал такой, типа, ой, я хотел с тобой уходить. Я говорю, отменили статик. Ой, а чё ты мне не рассказал? И давай мне вот эту дичь. Я говорю, Лёш, я тебе, ну, типа, место тебе вывел. Ну, все, давай иди. Ну, опять язык жует, ну и все, что я сделал. А теперь он, когда я начал морозиться, потому что он мне уже ПМ засрал, да что ты как тёлка, и такие вопросы какие-то левые пошли, ни о чёмные. Как бы, я ему сказал, успокойся. Он ливнул с гильдой. А у кого-нибудь, блядь, он... Кто вернёт? Не вращайте, блядь. Там бомбот был почему-то, блядь, он не умирал, нахуй. Он, да, Арчи, он и въебал Арчи, походу. Так, а, там корни стоят. Он въебал мне уже, не, когда минус 2 валял. Он, в смысле, не умирал просто. То есть ты убьешь, а он не умирает. Иммун почему-то вообще, невосприимчивость по типа, у нас, типа, одни раскаты массакрасы, вторые раскаты под искру танквила друида. Пускай, короче... первый пал отдаст массакру, под вторые танквил. Камни возьми. Типа Арчи ваншот и все, это как бы ГГ. Дайте ему просто место посерединке. Вы станьте да, по краю. Кстати, я позицион по фигурскую выбрал, и я не доставал вот этого крайнего.
Вот между, блядь, таймом просто. Бля. Нечаянно тоже просто на раскатах там попробую чуть похилить. ДПС хватит потом. Ходки там эти, омолжения потом. Жизнь света может потерять, чтобы поманить. Да там, там ржа небольшая типа. Бомбота пошли. Да, я если что не бил, сверху, сори. Подойти. Бомботов добейте, потом по боссу будете. Че с ним ебаный рад? Че, да, че, че за хуйня? О, смотри, он не умирает. Че за хуйня? Нормально. Сейчас искру жнем. Умирает он, свеча убрет. Он из крана нечаянно. Подойди поближе к кресту. Две. Все. Одна. Ска. Так я отойду, не буду бить. Сейчас скоро будут раскатывать. Нажимаем Асака. Алисочка. Может бабу уже. Огурцы хавайте, блядь. Да чё? С хилом. А чё вы третьего попробуйте спек? А, не вывозится хилом, хилом это. Сейчас два хили сели. Ну, не знаю, не вывозится, не получается. Кто третий есть? Нечаянно есть. Спекайся тогда нечаянно, чтобы время идеально просто. Лучше выжить, чем сдохнуть, блядь. Тысяч по сердцу. Не знаю, мы на прошлом КД это все так легко убили в захила, типа вообще, ну, вообще проблем не было. А правда ДЦ по-моему, да? Аршам ДЦ был. Да, Аршам ДЦ. Вообще так легко было. Сейчас он. Тыкните. Наверное, не эти хилы были. Ну да, другие были. Ну там ДЦ, наверное, скорее всего, решал сегодня. Что щитки они очень сильные. Я готов. Да, есть. Он Эрдру третий хил. У нас КД Гера, минута 30. Подождите. 30 секунд. Постойте. Дождем еще минуту. Мы там будем. Да не надо. На одного ДД меньше, типа на минуту хватит. Thank you.
Хорошо. Ну, можешь полет. Только помогите сердце на хилах подамажить. Я смотрю, трое фернулом скучно. Ой. Да, на острове тут фестра сделать, а тут два челика тупо идут меня убивать. Саша, помоги нашему челику. Тоже помогу. Ну, то есть даже не один на один, а тут трое тупо два на одного. Сейчас сюжет, 3%, 4 меня берем. Гер. По нему как-то урон так заезжать, я не знаю, сам ну, он не смотри, он видишь? Да. Чё это такое, блядь? Искра. Ещё под вторую искру будут раскаты смотреть. Сейчас меня пустили. Бэр, подойдите. Массакру давай. Ее нечем ей, давайте на труп. Искра. Бить нормально, переживай. Ну, блядь. Не. Как вы два хила захиливали, я что-то не пока что ничего. Что происходит? В смысле, опять этот бомбот дошел до нее и типа взорвал, но его бить нельзя. Типа, там бомбот, он просто выходит и, ну, типа ты его бьешь, а у него хп не просаживается. Он просто доходит, убивает чела опять, блядь. Я не надо видел, ему стан давать. Я средств его убил, но... Стан просто давайте можно. И все. Чем, блять? Ну хорошо, я буду, значит, давать. Я говорите, бум-бот, срез, все, я полетел в бомбу. У тебя стан 5 секунд, а ему похуй, типа. Или баблом его взорвать. Он же взрывается, умирает. Так бабл нет, почему не умирает, блядь? Че за бред? Да и по боссу что-то урон какой-то вообще смешно. Так, потому что мы не бьем, бегаем там, типа, сильно. Прохилимся, хуй знает. Я типа не бью. А дамагом все так же было, да, типа? Может, дамагом, я что-то да. Хилил, нет, да? Дамаг так в смысле, а что ты хилишь? У тебя холи паладина сразу же ваншотнуло, блядь. Типа ты там уже так не прохилил. Я не знаю, просто что. Просто последите за картой, если бомбом подходит, отойдите от него. В чем проблема? Да ассист, Саня, а что буду метку на бомбота ебашь? На тебе есть ассист? А, ну все, там. У меня просто как бы станов тут это нету, то есть я только рывком замгу застанет. Есть у нас у кого есть лучший стан? Ну только упал получается. Кайф. Ничего, если ДК, то пусть бомжей вызовет, они хоть отвлекать будут. Да нет, я просто с фул хп чаржнусь и взорву тогда, потому что это бред. Меня не шотни. Бред — это то, что он не умирает. Вот это бред. Но я про это и говорю. Не ново, ничего на него, в смысле, не работает. Пусть знает, что за хуйня. Так корявый сир, что еще? Погнали. Подожди, там он-то не пробахал. Подожди, а, нас вар не дважды. 30 секунд стоит. А еще Гера, да. Точно, ебать, вообще. Он же таунтится, и когда таунтишь, он у тебя идет тебя взрывать, да? Ну вот, могу затаунтить. Только метку дай на него. Нихуя себе, зачем? Под босса, что ли? Ну, чтобы меня он взорвался, меня точно не шотит. Ну, он, по-моему, примерно 20
там 17к ебашит. 1030 он должен взрываться. Не, он... Нет. Он 17к ебашит, вот взрыв, типа, по рисочке 17к, 18к. А что можно пулять? Поехали. Пьер. Что для пресса? Убили, убили. Падать. А, не убили? Нет, что-то странное. Сейчас сердце пол хп. Я релогнусь, короче. Второй пул уже по сердцу не могу играть. Нормально. Да хуй знает. Почему типа, у Лисочки 70 тысяч урона по сердцу, у Арчи 5 тысяч. Нечаянно 7. Не, я тоже не бил, я думал, переводит нормально. Не, помогает и все. Минус 1 ДД типа. Там, там когда типа сердце, ну, на рейд ничего не кидается, типа, там особо урона не будет. Рейд. Это когда мы убили, сердце нужно уже тогда захилить. Не, ну ты помогай типа дамагом, просто видишь под конец, что типа сердце, ну типа успеваем убить, просто начинаешь уже захватывать. И все. Если бы там до 30% побей, вот тебе хватит времени. Да, не так много, да. Сейчас мы столько, мы даже после ткани где-то не добили. Ну да, это, есть хитки, Саня, или нет на хп? Тогда я, короче, полетел за свитками, просто майните меня. Как они называются? Рунические? Чё там? Как они называются? Там? Свиток. Ну, понятно, что свиток. Как? Стойкость. А, ну точно. Бля, а чё у них по две штуки продавили? Баф.
А, да это я в сердце бил, когда это сказали, типа, ну, умираем. Ну, я, типа, просто стоять не скучно было, я в сердце бил дальше. Все готово, можно. Поехали. По-моему, крика нахуй. Все еще опасен. АП. Так, сейчас до процентов будет все. Арчи Геру, да? Помогайте бить ничего. Ну, в принципе, мы успеваем, может быть, нужно заходить. Ждем искру. Бомбот и ебаный денег. Слева бомбот идет, там один будет танк. Как раз в танк идет. Все, больше нет бомбота. Пока нет. Больше тогда и не будет, треш не выходит. А, это нечаянно. На нем это сверху. 4 3. Одна сверху. Пуска. Там не заглыбываешься. Никак не поездить. Алисочка. Раскат, если крат, там все хуйня. Только бабл не жми. Это искра. Нажали, нажали бабл, надо искру. Хорошо, сейчас хорошо. За боссом не идите. Да. Ты далеко вынес. На нем это. Пойдет, нормально. Да, на следующий уже. Черная метка, белая нет. Походу все, забагал. Это одно. Раскат. Там Антона подкрыть. Хорошо. Там, блядь, Санек. Арчи, тебе надо выйти назад. Постарфуйся. Все, забагаю. Саня. Угу. Раскат. Ну вот это прохил, заебись. Ну нету, делай, потому что. Босс так типа неправильно забыл. Я хуй знает, если типа он бы работал, как я у него типа делаю. Ебать, как же мана просто нахуй идет. Раскаты. Удари до маны.
на танке отойдешь. Только не идите за ним далеко. Сайкера трикстует, короче. Он уже разогнан и уже не трогает. Учительно, что хуёв ДПС, я всё проебал. О, щиток, нахуй, ебать. 19. Башка, блядь, нужна? 4 башка. Чё на лице есть? Башка. Чё, вестибюль? Да-да. О, Макс, кстати, я тебя в босса обогнал. А чё, первых двух-то пропустили? А потом убьём их. Время, время. Давайте, блядь, вместе. Хил есть все тут. Я очень часто юзаю до гадюки, прям пиздос. Даже бесит нахуй. А зачем? Чтобы ману тригень. А. Туплю. Перепутал с укусом. Не знаю, до спятки прям, ну, раз забывает, прям, блядь. Каждые 5 секунд просто дал, блядь, все сплыть, мана нет. Пройди квест на Void Эльфов, полегче будет. Ну, в смысле, это репу в выхороне. Эльфы бездны, которые лечат? Да. У меня а там... У там манреген пассивный, увеличенный. И можно одну обилку два раза пульнуть, например. Там киллшот сократить когда до 2 секунд. Особенно с грифом. Плохо. Привет. А по голде сколько вообще выходит с этой темы? По голде? Ну я делал чисто эти, чисто 3 делика в день. Но правда тебе нужно за аллах находиться, чтобы это делать. Вот в чем проблема. То есть, в принципе, ты можешь делать, знаешь, как... А нет, все равно этого перса тебе нужна будет репа. Тогда хз, короче, как ты это сделаешь? Короче, ладно. Похуй. Мы проверяли с Алисой, короче, этот, прошли ночнорожденных, и она своего гоблина пыталась в ночнорожденного сделать. И нельзя, короче, сменить расу в ночнорожденного, если у тебя на другом пене репа прокачана. Чтобы в ночнорожденного свичнуться, нужно именно фул репу. С эльфами также. А ну или ты... Ну или можно нового создать. Да? А? Для конкрет... То есть это типа не на аккаунт раса, а для конкретного персонажа? Да? На аккаунт. Ты можешь новых персонажей создать эльфов бездны. То есть у меня первый... да, первый эльф был Хантом. То есть я начинал Ханта Дринея, все прошел, там превратил. Ну и потом я могу создавать эльфа в бездну без проблем. А типа, вот я сделал типа эльфа бездны и другого персонажа рерас, или нельзя? Вот, вот именно вот в этом косяк. То есть для того, чтобы ты мог сделать рерас, тебе нужно выкачать фул репу с этими эльфами. Тогда ты только сможешь. Хорошо. Ну да, фул репу не выкачать, если у тебя нету фракции Альянса. Да хуёво, чё, блядь.
Ну, типа, а ночнорожденные там тоже есть реген маны, кстати. Так что можешь попробовать в них. Там только, знаешь, как там я общался с ночнорожденным хантом, они фейк-дес прожимают. У них, когда в бой вступаешь, мана регенится. И они фейк-десом откатывают эту фигню, и эта регенка срабатывает. Ну и плюс там у них активка, которая понижает расход маны. То есть, когда у тебя там самый этот сок пошел, ты можешь прожать ее. Она раз в минуту юзается, просто можно по КД забить денег. Еще 2% РПБ дает. Ну да, но это, кстати, полезно, потому что она всему рейду дает. Она какую-то магическую какую-то подбивание еще вроде дает. Она типа вешает добавку, которая уменьшает сапрот. Да. Сапрот и броню режет. Один хуй надо ждать реворк, типа раз, смотреть, что там будет. А, будет реворк вообще раз? Должен. Только фейдабли. Они задумали там этих озаренных дренеев, я так видел, следующими, еще кого-то там, супердворфов черных. Черное железо? Да, по-моему. Я не могу сказать точно. По-моему, еще Макхаров. Я забыл уже просто. Там тема в форуме была, они эти раскопали файлы в сиросовском клиенте. Я черного дворфа все сделал. Ну, наверное, будет тоже что-то какая-то шляпа. Типа репы. А че он только в 10 матч? Почему-то говорит. Че молча любится. А 25-ка нация будет вообще, да? Да, завтра. Но это в 15.00, да? Да. Я за щитом. Рейд за щитом. А сейчас кто сролил щиты или Алис? Не, Алис. Чисто. А что у тебя с микрофоном беда? Надо релог делать, у меня что-то подзабагалось. Сейчас. Спех лучше. Ну, вроде да. Все, вы говорите, потому что он бывает тупик. Расскажите тактику, пожалуйста. Хилить. Стоишь в синей сферке, такая будто появляется, заходишь в нее и просто хилишь. Когда я говорю разбегаться, набираешь ренжу, там, типа, метров 10. И ждешь. Если зеленая лужа появится под тобой, убегаешь с ней моментально. А сферка синяя выглядит она как на полу? Ну вот сейчас видишь на полу, там вот такая же. А, все понял, хорошо. Под боссом. Все... Весь бой в ней стоим. В ней стоять, хорошо. Ну, оно типа урон просто увеличивает. Когда скажешь разбегаться, мы разбегаемся, зеленая хуйня подо мной, я убегаю с ним. Да. Все понял. Саня заберет босс, ну, на вас фазе. А, бля, подождите, я ману не открою. ДК большого танчит вард. Средний. Сейчас, секунду, зайду. ДК, анонси Алисочки, когда тебе диспелить. Так у нее же хилбот там есть. Нет, ты заранее говори, чтобы она уже готова была. Говори. Как только на тебя каст идет, кричи каст. Так. Кто у нас агро рвет? А, лучше я на этого, на танка сдам бедилку. Ну да. Потом, когда будет последняя фаза, и хант заберет эту хуйню, то дашь там вмешательство в ханта, чтобы агро скинуть, когда начнет набирать. Нерва, а что же в самом конце такое? ДК знает же? А, ну ДК знает, как заберет. Ну, да. Геру по команде там, как скажет. Угу. Так, еще раз, готовности, поехали. Гер на лафазе. А сейчас, секунду, эту танкобанку выпью. Вы банки пропейте, это в Вайдане. Пропейте банки.
Отводи его в другую эту сторону. Не надо вместе танчить. Каст. Ладно, я отведу. Руна, это побежали в руну. Каст. 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 Я наружу сейчас выйду. Из зеленых луж убегаем. Такая же пока надо. Просто поносить. Каст. Там маг стоит, не дальше мага убегать, то есть метров 10. По команде надо будет разбежаться. Разбежались. Уже Ренжу набрали? Просто бегай так вокруг босса. Вот лужи, вышли с лужи. Блять. А че же у меня на каст? Меня Бэрни, меня Бэрни. Да ты, Макс, лучше бы встань, я не знаю, что там тебя убило. Ну, меня не прохитило. Каст. Ренджу набрали. Опять. Не успел камень даже, блять, опять это, да, сука, закиньте меня в мячу, не такую каст под панцирем, кстати, не вешается. А у нас тотем Арчи на резист есть. Арчи, вы же ничего не говорили. По-моему, стоп набрать раньше, полностью стоп, по-моему, прохиливать из друида гимнах. О, ну тонкий, да. Как мне больно, блядь. Каст. А бани бить. Блядь, мы сейчас умрем все просто. Я вообще без маны, блядь. Темпост. Ну, тотемы нет. Уводи его, уводи, сейчас он тебя шотнет. Не бейте моба, не бейте моба. В чем проблема? Сынка пойдет. Блядь, добейте моба. А это ГГ уже, пизда. Забираем. Ну, блядь, не бейте моба, ебать. Нахуя не бить моба? Ребят, зачем не бить моба, если у вас только что, вот, блядь, 2 секунды назад появилась синяя хуйня под большим боссом, и я сразу же сделал чарж в среднего, блядь, его надо было добивать, и мы бы могли ехать уже. Да я долбоб, я не увидел, что она под большим появилась, извините. Ничего, нормально, поехали. Тотем, Арти, смотри, вы выходите, Макса сейчас убило, потому что он выходит дальше, Саня. Саня ворует щит и стоит на РНЖ. Никто, когда мы разбегаемся, никто дальше расстояния, типа, Сани не должен стоять, чтобы на него не кинулась эта хуйня. Он под щитом, но его не дамажит. Это помойка. Ну, а почему не бить ДПС? Это ебеня феня. Я тоже не вкурил сейчас, зачем стопать было? Я заберу стак, нахуй, мы без этой руны просто взорвем, ебать. Ну да. Ну, давайте стопать. У меня там химера по 200 тысяч критует, я не знаю, зачем мне стопать, блядь. Давайте больше так не делать. Да не, ну если типа там тайминг подходит, можно чуть подождать. Да не надо было, это не ловить вот этих зеленых этих луж, зачем. Я просто смотрю на фреймы и на хп, и я понимаю, что все это пизда. Мы стопаем еще. Ну, мне очень больно летело. А я, наверное. Можно даже еще хила спрятать. Дайте, да, рестор заберем, потому что там на третьей фазе как раз ронять никого нельзя вообще. И нормально убьется все, там лям бить всего лишь. Там даже хант перехватит, у меня он агро не сорвет никак. Я просто до конца достаю и все. Да он за гроз бросит там. Угу. Поставь шкаф. Сейчас.
плюс он на пул даст под этой хуйней, я вообще пиздец. Я просто знаю, если мы сейчас два хила не прохилим, что будет на Хадире, блядь. Все нормально будет на Хадире. Ну там так-то тоже урончик не маленький. Да фигня там. Хадира потанчить хочу, пиздец. Блядь, Хадир это... Не, это херня. Типа там, если нормально вставать, я не знаю. Посмотрим. Тотем арчи не забыть. Ну как, мы сначала всех родителей, да, зачищаем, а потом идем на Игнис и сестра Крыла, да? Ну это все в самом конце, сейчас Хэма убьем. Там что надо, что тебе или что? Мне? Не. Ну просто я спросил. Там ОПД по факту. Что, все готовы? Фласки там? Надо воду уже продавать. 15 тысяч куда их давай? Я свитер не дал. Расшифруйте вот это. Саша, ты не лав. Все, можно. Поехали. Тогда, слышь, Саня, сам уходи на ружу, короче. Да-да. Я буду только пизде. Стоять. Нормально. Да я Меликов спрашиваю. Каст. Кстати, грипп сбивает каст. Можешь, в принципе, прерывать иногда. Сейчас попробую. Допустим, на третьей фазе очень полезно. Не, не сбивает. Ты отошел чуть-чуть? Угу. Отойди. Двигаю. А, ну КД, блядь. Я вышел. Нечаянно, подойди поближе к рейду. Снова каст будет руны, можно рожу набирать. Убирайте рейнджу. Отводи большого. Стрей большого отведи. Шотно. Ну подними его. Если ты... А, у тебя нет. Пусть он один дотанчит. Бить. Держите только ДК. На танке, чтобы с ним замок. Ружу набирать. Блять, ну так хуёво набираем ружу сейчас. Нужно не будет. Встаньте. 10 секунд можно убить. Может Гера сейчас дать? Как вы считаете? Да, не могу. Когда щит кастанет, надо будет рейнджу набрать. Наберите рейнджу сейчас. Ты опять наебал? Вторая руна. Не должно быть лучше. Выводи сейчас. Полпал нахуй. Ну, это рандом. Как раз каст поймал, когда на луже стоял. Пролетел, нормально, красиво. Я чувствую каким-то этим, блядь. Ущербным хилом.